Рано утром 27 апреля 1942 года враг начал буквально перепахивать снарядами землю крошечного плацдарма на левом берегу Невы, который создали защитники Ленинграда. Для штурма Пятачка противник подтянул до 3000 солдат и офицеров. Защищали плацдарм около 400 наших бойцов и командиров. Весь день шел кровопролитный бой. Отбили 13 вражеских атак. Гитлеровцы многократно штурмовали командный пункт полка. Огонь по ним вели все, кто был способен держать оружие. Вечером на командном пункте 86-й стрелковой дивизии, находившемся на правом берегу Невы, была принята радиограмма с Невского Пятачка. В ней говорилось, что бойцы и командиры до последней капли крови будут бить врага. Это была последняя радиограмма с левого берега Невы. Когда вышла из строя рация, когда не осталось ни одной целой лодки, командир дивизии предложил начальнику штаба полка Соколову переплыть с донесением Неву. Он был спортсмен и хороший пловец. Правда, у него было в трех местах прострелено бедро, но спрятав понадежнее донесение, он спустился к воде. Холод сводил тело Соколова. Раненая нога не действовала. Сталкивающиеся льдины грозили раздавить его. Доплыв до плота, застрявшего неподалеку от правого берега, он кое-как выбрался на него, но потерял сознание. Придя в себя, Соколов поплыл дальше. Человек, около двух часов плывший с донесением по Неве во время ледохода, был единственным из защитников Невского Пятачка, кому удалось вернуться на правый берег. 27 апреля 1943 года на Западном фронте огнем наших частей уничтожено до роты немецких солдат и офицеров, подавлен огонь минометной и трех артиллерийских батарей противника. Артиллеристы под командованием товарища Краснобородько подожгли вражеские блиндажи. На Кубани советские летчики в воздушных боях сбили 5 немецких самолетов. Наши бомбардировщики совершили налет на аэродром противника и уничтожили на земле 12 немецких самолетов. 27 апреля 1944 года на одном участке 2-го Украинского фронта разведка установила, что крупные силы противника накапливаются для атаки. Советские артиллеристы и минометчики упредили немцев. Сосредоточенным огнем они накрыли скопление немецкой пехоты и произвели опустошение в ее рядах. 27 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта, наступавшие на Берлин с запада, с боями вступили в город Шпандау и прижали немцев к реке Хавель. Одновременно советские артиллеристы с северо-западных районов Берлина нанесли огневой удар противнику с фланга и тыла. После непродолжительного, но ожесточенного боя наши войска разгромили вражеский гарнизон и овладели городом Шпандау. А в это время в Берлине наши танки и пехота переправились через каналы Ландвер и Тельтов и ворвались на улицы городского района Нейкель. Немцы оборонялись у железнодорожной станции, превращенной в узел сопротивления. Советские бойцы, наступающие с востока, продвинулись в район кладбища Святого Фомы и ударом с тыла опрокинули противника. Преодолевая огневое сопротивление и отбивая вражеские контратаки, советские войска очистили от немцев городской район Темпельхов. До победы оставалось 11 дней. 29 июля 1942 года был учрежден орден Александра Невского. За годы войны им были награждены 42 165 командиров, проявивших в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость. 208 из них – уроженцы Мордовии. Бузинов Петр Лаврентьевич, гвардии лейтенант, командир 2-й батареи 21-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона. Уроженец Чамзинского района 1915 года рождения. Товарищ Бузинов Петр Лаврентьевич, работая командиром 2-й батареи, с августа месяца 1943 года показал себя способным и бесстрашным в бою. 14 декабря 1943 года в районе деревни Кромуки Витебской области отразил батареей 2 контратаки противника. При этом подбил 2 танка противника и до 200 солдат и офицеров. Когда обстановка стала сложной, противник после сильного артиллерийского налета в составе батальона пехоты и до 10 танков перешел в наступление. Товарищ Бузинов, находясь около батареи, призвал личный состав батареи к уничтожению противника. Руководя боем, отразил атаку. Товарищ Бузинов вполне заслуживает награждения орденом Александра Невского.
На фото мой прадед Василий Рыжов. Немного в семье, мы знаем о нем. Лишь только что смогла сохранить, разузнать про бабушку нашу и рассказать. Как призван был в армию город Темполь, и не судьба вернуться домой. В июне 41-го на рассвете весь полк был поднят по тревоге и отправлен в бой. То немец так бил, головы не поднять, но полк отекал, их ряды только так. Огнем пулеметным было страшно в тот миг. Говорили все те, кто остался в живых. А осенью в дом постучалась беда. Пришел треугольник, в нем новость. Пропал. Без вести в сентябре 41-м году. Под Львовом. Пал смертью храбрых в жестоком бою. Вернулись домой Алексей, дед Богдан, дядя Федор пришел и Иван, сват Степан. Надежда была, и прадед вернется. Но нет из вещей, одна похоронка. Веселый он был, молодой и красивый. Жить бы ему, но враг подлый, противный, пулю дуру пустил. Но с ней до сих пор бесполезен, напрасен любой разговор. Но в памяти он навсегда в моем сердце. Спасибо ему за счастливое детство, за мирное небо, поклон ему низкий. Спасибо за все, им мы гордимся. Моего дедушку звали Самохин Николай Титович. Родился он в 1914 году в городе Свердловске. Он учился в строительном институте, был художником-архитектором, хорошо рисовал. Он был очень талантливым и образованным человеком. В 1941 году, в первые же дни Великой Отечественной войны, он отправился на фронт. Воевал он в звании лейтенанта. Он погиб в 1943 году в возрасте 29 лет. Я очень горжусь своим прадедушкой и очень хочу стать похожей на него. Мой прадед Попов Фро Евдокимович родился 28 августа 1927 года. В 1943 году, в самый разгар войны, ушел на фронт добровольцем. Он был моряком на Балтийском море. В ходе боя он получил тяжелейшее ранение. Осколки снаряда застряли в его позвоночнике. Он не подавал признаков жизни. Санитары его погрузили в машину с погибшими бойцами. При разгрузке прадед шевельнул рукой. Его это и спасло. Его срочно отправили в госпиталь. Там врачи побоялись делать столь сложную операцию, и мой прадед так и остался на всю жизнь со осколками в позвоночнике. После госпиталя он был отправлен домой. Прадед героем себя никогда не считал, но оказалось, его очень долго искали. И вот в 1985 году награда нашла своего героя. Моего прадеда наградили орденом Великой Отечественной войны второй степени. Прадеда не стало в 2003 году. Каждый год мы ходим на парад Победы и мысленно говорим: «Спасибо за мирное небо, спасибо за то, что мы есть».